Самый «святой» знак зодиака. Хотите знать, под каким созвездием рождаются самые светлые из всех светлых человечков? Сейчас вам расскажу, только ты для начала подпишись. И да, для вас я создал Telegram, там я делаю бесплатный прогноз на будущее. Советую вам посмотреть, это очень важно. Почетное первое место и звание главной зодиакальной святоши достается, конечно же, тем самым людям, что всегда готовы рассказать вам, как неправильно вы живете. То ли дело они, те самые люди, готовые понять и простить любые человеческие пороки, при том, что сами то, между прочим, напрочь их лишены. Они никогда не проходят мимо чужой беды, они никогда не связываются с негодяями, они никогда не терпят несправедливости, они никогда не крадутся по ночам к холодильнику, чтобы попить борща. Все это, конечно, наглая ложь, и мы все об этом знаем. Проблема в том, что раки никогда не дают нам шанса их в этой лжи уличить.